чувства ребенка. Молчи. Я думала... Ничего ты не думала. Что я сумею? Ты любишь? Я не знаю, как тебе объяснить. Ты не знаешь? Не знаешь, как мне объяснить? Что случилось-то? Не от меня. Вчера сказала. Вдруг. Что собираешься делать? Боюсь, что убью. Что происходит, Марко? Что с нами такое? Что происходит, так происходит. Играешь, котел. Я был уверен, она хочет избавиться от меня так же, как я. А она улыбается, представляешь? Что мне делать, Марк? Что ты не сделаешь, все будет правильно. Лучше бить, убей. Пистолет кому-нибудь наверху. И отправь. Хочешь простить, прости. Милосердие к себе самой. Знаешь, что во мне есть милосердие к нам обоим. Этот ребенок. Алекс. Меня не интересует твой ребенок. Меня интересует, что ты собираешься с ним делать. Мы чужие. Неужели ты так устал? Thank you.
будущее, что ничего ему не скажешь. Мне страшно. Я ничего не могу ему объяснить. Алекс. Я беременна. Беременна? Прости. А ребенок что, не от Алекса? Это его ребенок. И не его. То есть? Это его ребенок, конечно, его. Чей же он? Не его. Это в том смысле, что наши дети не наши. Вернее, не только наши. Как и мы, не дети наших родителей. Не только их. Понимаешь? Вера. Если так будет продолжаться, все умрет. А я не хочу рожать умирающих. Мы ведь можем жить, не умирая. Ведь есть такая возможность. Какая возможность, Вера? Я не знаю, какая, но знаю, что она есть. Это можно только вместе, друг для друга, сообща. По одному не получается. Нет никакого смысла. Замкнутый круг. Как ему объяснить, чтобы он увидел, что он делает и понял?